Всем привет, друзья! С вами Смакула и Денис Пауэр. Ребята, это снова мы, снова в кадре. Здорово, брат. Здорово, брат. Сумасшедшие люди, ребят. В общем, у нас сегодня такая домашняя атмосфера. Home video. На диванчике. Просто присели, ребяточки, да, разложились. Кайфарик. И сегодня вот в таком вот положении мы для вас обсуждаем матч против Хаджибея, который вы очень долго ждали. Денчик, этот матч случился, как я уже говорил, благодаря тебе. Скажи ребятам, вот перед началом, что им ждать? Кому ждать? Ребятам? Ребятам что ждать? Ребятам ждать сумасшедшей рубки, вплоть там до крови, до психоза в раздевалке, до пихачи. Ну, это реально самая вот по накалу сильная была игра у нас пока что. Я абсолютно с этим согласен, но, ребяточки, вас ждет много сюрпризов, как неожиданных и неприятных. Я говорил об этом в истории, кто следил, тот знает. Также и очень даже приятных сюрпризов, поэтому все как обычно, уже сейчас мы подписываемся на канал, оставляем приятный комментарий, ставим лайк. Сколько лайков надо набрать, брат? 250 лайков, и мы сразу же уже подписываем контрактик о новом матче. Подписываем контрактик, так. Спаримач, брат. Открываем пока что не надо, пока так будем сидеть. Ребяточки, если вы хотите увидеть новый матч нашей команды, набираем под этим выпуском 250 лайков, и мы уже летим куда-то. В Абу-Даби. Да, летим в Абу-Даби и играем там наш следующий матч. Ну а прямо сейчас вы увидите нашу первую тренировку. Ребяточки, мы провели тренировочку перед игрой с Хаджибеем. Тренировочка была просто, ну, замечательная. Мне так понравилось именно видеть, как вот все в процессе, вся команда чему-то отдается. Кто-то там, допустим, я тренируюсь часто, кто-то не часто, но мы все объединились и реально вот прям обрабатывали все полностью. Поэтому мы вас не отвлекаем, оставляем вас наедине с нашей атмосферой, со всей тренировочкой, с тренером. Вы немного больше узнаете нашего тренера именно в этой части ролика. Поэтому мы оставляем вас буквально на 10 минут, ну а потом возвращаемся и приступаем к игре с Хаджибеем. Разорвем! Полетели, ребят. Перед каждой трешей нужно вот эту штуку надевать. Всему блоксливу. Чтобы пот куплю. Вытирать. Не, это просто, чтобы красиво выглядеть, как профессионал. Ты всему блоксливу купишь? Да, может даже глубокому. Он играть что может не очень, но с этой штукой он будет имбовый. Ну, мне кажется, я с Хаджибеем должен капитаном выходить. Ну что, символичный матч, но обязательно. Надо было на челлендже выигрывать. Ну там Цветков, блин, там уже без шансов. Ебать! Делаем бандану вместе с Денчиком. Делаем тут узел. Завязываем вот так вот. И вот так вот. И все. А, это что на тебе мешает? Все, теперь голова не печет, солнце не важно. Все, развязалось, и бегаем, да? Все. Первая тренировочка за долгое время с командой. Все четко. Не проблема, мы на матче. Если Лука худшее подписание команды, пишите в комментарии. Был, да, всплыл. Да нет, тебе нужен такой спам. Это будет послушный спам. Спам? Лука худший. Лука худший. А ну иди сюда. Лука худший. Давай, потянемся и комментарии дадим. Давай. Ребят, вопрос. Кто придумал ту фишку, чтобы сделать его капитаном? Они что чувствуют, они что знают. Кто чувствует? Кого ты послал? Куда? Ну, в комментарии. Никого. Откуда? Я такой Луку послал. Слышишь? Комментарий. Скинут ники сразу в бан такие. Хорошо. Ребят, кто еще один такой комментарий напишет, бан. Не хочется даже тренироваться с такими вот комментариями. Значит, смотри, сейчас поеду на 232-ю родную и домой поеду. Ох, он просто пил пиво, поэтому устал сейчас. Пизду. Команда, которая, ну, по итогу выиграет, надо брать 30 касаний. Там один раз, второй, третий.
проигравших на Гиргоше и погнали. Опа! Уже началось. Я не могу, у меня спина. Да не бля, у тебя плечо. Андрюха Синицын, бля, я тебя люблю, брат. У нас расстояние какое? Вы видели, как мы держим мяч? На половине вот этого поля. Кучей вот так. Почему нету ширины? Это, во-первых, команда, которая в отборе, на 6 на 6. Каждый себе взял игрока и с ним играет. Пацаны, помните этого типа? Прошлый матч, обязательно пересмотрите, сейчас ставочка будет. Есть передача за спину. Выход один на один. Не, ну это кошмар, да? Пацаны, у нас сегодня на просмотре новый игрок. Ты что, ты? Я Метелкин. Да, это Метелкин, 100%. Что ты скажешь, первые минуты тренировочки? Первые минуты напряженно. Пока не понимаю, что происходит. Особенно удержание, вообще путаюсь. Но, в принципе, готов. Футбол никогда не играл. Да, я, в принципе, в волейбол все время. У нас никто в футбол, брат, не играл. Тут так, киберспортсмены. Ребят, уходим все сюда. Давай. Так, пацаны, за ним следите. Вот и закончилось интервью. Да, мы на пошли. Самом деле, я узнал, что спонсор Пивасов и пришел. Смотрите, упражнение немножко поначалу будет казаться сложноватым, хотя на самом деле ничего нету. Это держание с воротами. 6 атакующих игроков. Со своей половины, с середины поля начинают. 4 обороняются. Обороняющиеся, угу. Понятно. Все, и пошли атаку. С контролем мяча. Опять же, не забывайте, задача в чем? Дело не забить. Забивать не надо, нести, сломя голову или хуй там. Если выводить через пас, вывели, обыграли, стеночка. Задача создавать как можно больше треугольников. Вот этих вот, ловить защитников. Ливерпуль. Вот, раз. Так же самое перевели обратно. Ну и обороняющих то же самое. Приятно, когда пауза, вот, лежишь, отдыхаешь, ничего делать не надо. Валик, да, идите сюда, Саш! Через пас, вот треугольнички, все, выдернули одного. Обыграйте, Дэн выскочил на коротке, не надо, вы мяч получили. Вы же понимаете, что в игре такого не будет? При равных составах это вообще пи***ц, вы опять 3 передачи не отдадите. Давайте. Не думайте о воротах. Контролируйте мяч, переводите вектор атаки, больше передач. Дайте, блядь, 6 против 4, дайте 20 передач. Вниз уже опускайся, ты побежал, а мы что-то подумал, что успел бы. Не, и вниз опускайся уже, не надо. Нас четверо против шестерых. Трэш, просто трэш. Я очень расстроен. Ну, блин. Сыгранности просто вообще не хватает. Абсолютно. Хотя с половиной пацанами играли уже вместе очень долго, но что вообще не то. Научитесь разговаривать. Подсказывайте, не пихайте, не ответственность в себя не скидывайте. Договоритесь, не получилось там, вот, давайте. Не я вам должен это кричать. Вы должны это на поле делать. Взаимодействуйте маленькими группами. Тройки, независимость, оборона, это атака. Чем больше будет передач мяча друг перед другом, похрен это будет. В обороне, в атаке, в центре. Мы контролируем мяч, нам уже не забьют, это раз. Во-вторых, передача мяча — это как с девушкой. Близость. Вы будете ближе узнавать друг друга, вы будете чувствовать, кому как удобно. Взаимодействие, вот так вот связь будет налаживаться. И это касательно всей команды. Так же самое и оборону тоже. Ни разрывов,
Блядь, кто-то наелся, да, кто-то дал рыбок, наелся. Это не значит, что это не моя позиция, блядь. И моя хата с краю повернулся, и, блядь. Друг за друга, видите провалы, закрывайте зоны. Подсказывайте. Вы команда. Чё так? Мне нравится очень. Давно хотел тренироваться уже с командой. Мечта сбылась бы с Лим. Это не команда, это семья. Семья. Сейчас мы чувствуем мяч, а потом уже теоретически все будем разбирать. Но я надеюсь, что пацаны сыграются, потому что видно, что некоторые ребята не сильно тактически обучены. Двадцать прыжочков делает, а проигравшая в общем на жопу играем. А что за серия, что делать? Удары синистр свой. Вот это наш. Ударчики может целых полтора часа делать и все. Привет. Привет. Где Светлый капитан? Мой бро на работе. Бля, у меня колено. Он при этом не на работе, он тиктоки выкладывает. Он на работе. Снизу ставишь, что Светлый лучший капитан? Да. Это мой брат. Светлый мой брат. Уже брат. Они оба дебилы. Нахуй с командой будет. Парик, отходи сюда. Ой, здорово, брат. Дайте посраки нормально, чтобы... А ну, Андрюха, быстренько. Ну, пизда, ну... Ару! Так как у нас нет еще сыгранности, ничего, это все предварительно, я буду накидывать просто хотя бы, чтобы понимали, друг, вне зависимости, кто у кого. Что получается? Защитники, ну, за редким исключением, вот эти вот, ну, минимум два человека будут оставаться, да, на их половине поля. У нас уже преимущество в двух игроков. Играем в контроль мяча. Не надо спешить, не надо давать длинных. Если мы правильно будем размещаться, вот, два нападающих, один там в оттяжке, они связывают, по сути, четырех защитников. Чтобы атаковали мы, либо держим мяч, либо атакуем резко, внезапно контру. Дали, выбежали, не получилось, сели. Контролируем мяч. Все, кто играет крайних полузащитников и защитников тоже. Это почему-то вот такая хуйня у нас получается. Вот такая. Вот такая. Вот такая куча, блядь. Согласны, вы сегодня увидели. Ну, блядь, ну, я уже говорил за передачи. Ну, команда, которая не может там даже 20 передач сделать, с учетом того, что вы играли вон 6 против 4, с преимуществом двух игроков. Ну, это ж пи***ть. О чем мы говорим? О каких голах? О каких там ударах? Если этого не будет, не будет ничего. Все остальное это уже мастерство, это наиграется. Все. Ну как-то так. Пацаны, всем спасибо за тренировку. А теперь идем к нашему спонсору. С почином. Да, по-любому, куда. Ну что, ребяточки, вот такая вот получилась первая тренировка и подготовочка к матчу с Хаджибеем. Брат, что ты скажешь по первой тренировке? Я хочу сказать, что сначала ничего, ну, очень мало получалось, держание там не могли набирать 5 передач, но вот от тренера чувствовалась эта энергия, вот эта вот заинтересованность, да, именно вот. Да, он даже один раз так хорошенько матернул, когда пацаны не могли собраться. Не один раз, брат. Не один раз. Я это не вставил в выпуск, но это было, да, от тренера очень заряжен вообще этим проектом, этой командой. И это мне... главное, что в тренере. Да, Владимировичу вот такой вот просто плюсик, сердечко. Вот такое, вот да. Такое, все что угодно. Поэтому, в принципе, тренировочка получилась на ура. Ну,
Ударщик, я думаю, вы сами знаете, кто там в порядке. Посмотрите еще раз. Из половины ударов половина твоих, ой, из всех ударов половина твоих, брат. Это все не случайность, Санечка, тренировочки там годами. Да, брат. Ну, в общем, тренировка подошла к концу, а это значит, что мы все ближе к матчу против Хаджибея. Ребяточки, сейчас мы вновь ненадолго от вас отключаемся и оставляем вас наедине с просто бомбическим началом видео. Превью. Моменты в раздевалке, слова тренера, стартовый состав и разминка получились просто невероятные. Я думаю, ты с этим согласишься. Я даже там поучаствовал, можно так сказать. Ну, не буду спойлерить. Приятного просмотра, ребят. Подъем. А ну, тишина, ребят. Короче, пока. Все знают, что по факту этот матч сегодня для тебя, твоя команда, две твои команды, но сегодня ты выступаешь за нас. Одна команда и одна семья. Одна семья, брат, поэтому наша семья приготовила тебе, естественно, подарок. Был день рождения, как ты и хотел. Пожалуйста, это тебе, брат. Почему эти танцы? Я знаю, это единственное, что я могу. Все, все готовы, пацаны. Все, откладывайте, слушаем сюда. Хотел вступительное слово еще сказать. Еще раз хочу повториться. Давайте оставим за горем все личные обиды, там, если они у кого-то есть. Никаких разговоров, обид там, касательно места в составе игрового времени. Это буду решать я, так как я тренер здесь. И я уже говорил, приоритет и будут игровые качества. Я хочу увидеть максимальную самоотдачу и взаимовыручку на поле. Раз вы семья, чтобы это было на поле. Смотрите, результат сегодня как бы не столько важен. Конечно, хотелось бы выиграть, но стараться это сделать. Мы только учимся играть правильно. Поэтому играем спокойно, без запар, не парьтесь. Играйте расслабленнее, с холодной головой, как бы, не надо никаких запар. Касательно игры. Начинаем 4-4-2. Центральные защитники. Светлый и Олег. Слева Марик в защите, Синица справа в защите. Это начало такое. Справа Цветков, полузащитник. Саня слева. В середине Валик Опорного. Валик Опорного. Ну, чуть глубже играет. Артем под нападающим. Дэн и Бабилов впереди. Через 20 минут делаем смены такие. Лука выходит вместо Олега. Каракой вместо Саши. Глубокий вместо Цвета. Поле вместо Бабилова. Пока так, еще за пацанов еще я там скажу за ней. Я посмотрю по позициям. Опять же, в процессе там, если что, не удивляйтесь, если будете на какой-то позиции играть не своей. Я хочу посмотреть там уже как оно будет. Если будут какие-то там изменения уже в процессе игры. Смотрите, мы садимся. Так, кстати, тоже. Если мяч не у нас, мы теряем мяч, мы садимся на свою половину поля. Вот так встречаем. Вот здесь. Располагаемся компактно. От вратаря от задних защитников подсказ. Не теряем позиции свои, взаимозаменяемость. Игрок ушел в тыл, страхует его следующий, чтобы не было разрывов. Играем более компактно. Края, бабку Саш, максимальная ширина. Максимальная ширина. Дрожи мячом. Без безумных передач, с мелким пасом. Не, 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 ну, с мячом нет никаких защитников. Вот таким образом, в
теряете в себе вариации для передач. Обыгрывайтесь, больше пасов, больше контроля мяча. Не спешите вперед отдавать. Смотрите, что я предлагаю по стандарту. Подавать будет ну или Тёма, или Валик, там уже будете договариваться. Подача сильная, да, с ударом. Вы там в районе где-то там, метров 13, наверное, если подача, к примеру, справа, чуть назад. Становитесь втроем, один в середине, двое рядом. Тот, кто задний, бежит на переднюю, в середине остается и сверху делает блокировку игроку, который за ним идет. А второй, наоборот, идет на дальнюю. Там уже договоритесь, кто как, то есть это не имеет значения. По сути, у меня все. Я могу просто два слова хочется сказать. Сегодня такая игра, которая по атмосфере, мне кажется, не сравнится за эти 5 месяцев ни с какой другой. Переживания были, эмоции, мне кажется, это только в плюс, потому что такая команда, как Хаджик, это очень приятно вообще с такой командой играть. И тогда 5 месяцев назад, когда мы выходили просто в разной форме, блядь, просто 8 человек собралось со двора, и мы вышли эти 8 на 8 в первой игре, обосрались. Сейчас это уже совсем другое, ребят, у нас есть команда, и самое главное, у нас есть замены. Да, да, есть. Ребят, насчет этого просто огромная просьба, чтобы никто не, как вы видите, никто не обижался, кто начинает в основе на замене, у всех есть одинаковое количество времени. Ребят, я хочу сегодня, ну, от себя, как создателя этого клуба, я тупо хочу кайфануть от игры. Давайте сделаем хаджик, правильно? Давайте. Ну что, друзья, вот такое вот у нас получилось начало нашего матча. И вроде все круто, да? Вроде да. Вроде, ну давай сначала о хорошем. День рождения, золотая бутса, брат. Лучший это... бомбардир Блэкслива. Божество, просто божество, ребят. Я был удивлен на самом деле, потому что, ну, как-то меня все поздравили там именно в тот день, когда у меня был день рождения, там в директе, все такое, там в истории. Я такой, ладно, ну ничего. Брат, ну... могу тебя перебить? А ты, шо, а ты что-то видишь из-за своей прически? Блять. Если хотите, чтобы Денис пару постригся на лысо, то подписывайтесь на Тимоху. Ну, короче. 500 тысяч подписчиков у тебя в этом... В ТикТоке. В Фейсбуке, ребят. Все, продолжаем. Так, отвлеклись. В общем, я был удивлен и смотрю, куда-то Глубокий исчез. Я выхожу, думаю, где мой Дима Глубокий, что это такое? Заходит Глубокий с коробкой, я сразу, вот я сначала думал, может торт какой-то огромный, что еще он придумал. Потом думал, блин, я же лучший бомбардир, ну что может подарить лучшему бомбардиру? Золотую бутсу. И я очень реально удивлен и очень благодарен, приятно удивлен от Димы Глубокого, от всей команды. Организатор, брат. Организатор, брат. Так что, да, ребят, спасибо. Ну, я знаю, что ты хотел золотую бутсу. Ты, я хоть мечтал. Ты шутил, скорее всего, но мы восприняли это как серьезно. Ну, и... в каждой шутке есть доля правды, ребят. Мечты сбываются. Ну и первая новость прям напрашивается. Прям вот у многих уже она так подъехала, скажем так. Вы увидели неизвестные для себя имена в нашем составе. Такие как Игорь Марков, и Олег Гарбус. Давайте разберемся, кто это. Ну и начнем, наверное, мы с Олега. Ребяточки, Олег это наш оператор. Человек, я думаю, ребята, которые, в принципе, уже давненько смотрят наши видео, как минимум за последние 2 месяца, 100% видели, как Олег попадал в кадр. Слышали его, как минимум. Слышали его, да, его голос. Поэтому Олег теперь в нашей команде. Олег профессиональный футболист. Ну, когда-то им был. Это был капитан 2003 года ФК Одессы, где играл я, где играл Денчик, где играл Артем Сапронов. И Олег был капитаном этой команды. Но после получения диплома, так как и многие, закончил со своей карьерой. Успел поиграть за Реал Фарму, но это длилось недолго. Ну, уже профессионал считает, считай, так что да. Вопросов нет никаких. Поэтому теперь Олег будет играть
с нами. Я надеюсь, вы его поддержите, и он вольется в нашу команду прям сразу. Потому что всех ребят он знает, Олега все очень любят, очень позитивный человек. И в плане игры он тоже себя проявил очень круто. Второй игрок — это Игорь Марков. И Игорь — это человек, который приехал на помощь, скажем так, нашей команде. Игорь Марков, опять-таки, очень классный футболист. Наверное, один из лучших левых защитников, ну, можно сказать, в Одессе. Потому что, ну, реально человек очень высокого уровня. И мы взяли его на помощь, так сказать, усиление в игре против Хаджибея. Опять-таки, всех нас, ребят, он знает. Ребят из Хаджибея он тоже многих знает. Поэтому я считаю, это очень классное усиление. Ну и напоследок, Бабилов. Бабилов, человек, который выиграл розыгрыш «День с командой». И он тоже сыграл в сегодняшнем матче. Вы помните его с отбора, поэтому тут даже и знакомить вас не надо. Ну а если вы его не знаете, ссылочка на отбор в описании, первое видео, там он о себе рассказывает более подробно. Ну что, ребят, в принципе, обсудили все. Давай еще обсудим вообще атмосферу в раздевалке. Это наш первый матч, где мы попали в реально в раздевалку перед матчем. Но эта атмосфера не передастся. Атмосфера была хорошая, пока Цветков не включил свою музыку. Не пытался ее включить, но потом к нам зашли и сказали, чтобы вообще все выключили. Не, это очень круто, это вообще атмосфера, реально, раздевалки, это, ну, Лига Чемпионов. Лига Отдыхают, чемпионов. Если честно. Да. Лига Конференции. Лига Конференции, только Медика с таким сравнится. Конечно. Тренер был готов, мы были готовы, Хаджибей был готов. Но не была готова только одна вещь. Не было готова, как это правильно выразить? Команда организации на стадионе? Нет, как просто это? Директор стадиона, в общем, хороший мужик сам по себе, я его знаю, но мы подходим к нему и просим, типа, второй этаж, чтобы можно было подснять свысока, ну, как следует. Ну да, камеру. Ребята, как мы готовились, потому что, ну, мы ждали, что этот матч, это станет просто разнос всего, ведь, ну, не просто так мы тут сейчас вдвоем сидим на диванчике, да, ведь, ну... С чего бы? Ну, а все потому, что нифига у нас не получилось так, как мы хотели. Объясняю поподробнее. Мы подходим с оператором, потому что я отвечаю за организацию этого матча, потому что я его как, ну, я проявил инициативу, написал ну, тренеру. Плюс ты знаешь всех плюс из КГБ, я знаю да, всех. И играл уже на этом поле много я, раз. Я там не то, что играл, я там голы забивал на Украине. И в общем... подхожу к этому директору и спрашиваю, ну, почему мы не можем подняться, почему нельзя предоставить нам место для камеры. Начинает морозиться, говорить, типа, какие-то шаблонные фразы, то, что это, мол, не наш этаж, типа, сейчас не до этого, давайте играть матч. Я подхожу к тренеру самого Хаджибея, моему тренеру. Спрашиваю, Сергей Андреевич, что случилось, что такое, в чем проблема? Так получилось, что сейчас... То ли по закону, то ли по каким-то там просьбам. По закону. Нельзя. Запрещены мероприятия. Да, Сань. И нам сказали, что если там хотите что-то подснять, то делайте это максимально типа незаметно, как-то из-под сидушки, что-то такое. Без преувеличения, но я хотел заканчивать матч. Я не хотел выходить на поле, потому что, ну, люди понимали, какая команда к ним едет. То, что мы все наши матчи снимаем. И тут нам говорят, медийной команде, на самом главном матче пока что в их истории, но потому что, ну, настрой, я уже говорил, был нереальный. Команда офигенная, профессиональная. Чемпионат Украины, как-никак. Да, и тут вдруг нам говорят, что нельзя снимать. Поэтому нам... пришлось снимать втихую. Мы поставили две камеры на трибуне. И, к огромному сожалению, это были наши главные камеры. Ну, центр поля. Мне ни один из материалов не пригодился. Потому что там не было видно ничего. Вообще ничего. Ну и сегодня мы
будем снимать в таком разговорном формате с наших двух боковых камер. Мы разделим этот выпуск на, так сказать, на две части, первый и второй тайм. И эти два тайма будут поделены на еще две части. Мы разберем наши моменты, голевые, потенциальные, и моменты Хаджибея. И, в принципе, на этом все. Было немало моментов, поэтому нам есть что сегодня посмотреть. И мы сегодня в такой домашней обстановочке. Компьютер у меня на ручечках. Мы просто кайфуем, смотрим наш матч. Сырничков не хватает. Сырничков, контрастный душек. Президентское такси. Президентское такси, брат. И передаем вам наши эмоции. Разбор матча. Сегодня у нас в нашей студии разбор игры против Хаджибея. Мы будем начинать, ребят. Начинаем, все, поехали. Поехали. Первый наш момент возник буквально на первых минутах. Давайте посмотрим. Мяч вон там вот на дальнем фланге. Вбрасывается аут. Выигрывается верховая борьба. И тут отдается пас вратарю. Что за скорость от Сани Смакулы? Да, я сразу вбегаю в прессинг, но играю неудачно, так сказать. Но при этом есть перехват. Бабилов подхватывает мяч. Исполняет прострел, на который, к сожалению, никто не откликнулся. Мяч подхватывает Светлый и пытается, ищет он пас. В принципе, варианты у него есть. Варианты есть, но он хочет немножко обострить. И отдает вот такой вот забросик на Бабилова, который, к огромному сожалению, не дошел, но дойти, в принципе, мог. Но это только начало, повторяюсь. Это только начало. Хочется отметить то, что очень много раз за матчи, вы это увидите, мяч отдавался от Хаджибея их вратарю. То есть мы реально их давили. Первые 20 минут так точно. И давайте посмотрим еще один момент. Все на том же левом фланге. Я отдаю мяч на Денчика, на тебя, брат. Ты забегаешь, ищешь свой момент. Ты делаешь подачку. Неудачно, к сожалению. Я не так, я хотел на дальнюю вырезать такую, чтобы сразу головой там замыкать, но чуть-чуть не исполнил. Не получилось, и казалось бы, момент окончен, но при этом твоя подача дошла аж до середины поля, и там вроде Олег готовит подачку, и опять-таки у нас никто не играет головой. На этом этот момент был завершен. Мы очень много играли навесом, удивительно, очень много. Поле позволяло через фланги закидывать, так что пространства было очень много. Практически все атаки были у нас через фланги. И вот здесь вот, если я не ошибаюсь, очередной момент. Да, я подхватываю мяч и отдаю на Игоря Маркова. Тут остановлю и скажу, что мне дико приятно то, что, ну, для самого себя доказывать себе то, что ты умеешь играть. Ты действительно умеешь играть. И, в принципе, задача этого проекта Black Sleeve — сделать из обычных ребят, из медийки, из пацанов, которым интересна камера, сделать профиков, сделать футболистов. И с каждой тренировкой в голове все больше понимания футбола. Все больше пива. Пива и понимание футбола растет. И вот здесь вот я отдаю хорошую передачу на Игоря, который убегает от подката очень круто. Как здорово. Отдает на Сапронова. Сапронов возвращает Игорю и ищет тебя. Ищет тебя, вот здесь вот ты вбегал. Да. Вот здесь вот ты вбегал. Но передачка не дошла, а дошла до Бабилова. И вот здесь первый убийственный момент. Бабилов подхватывает мяч и наносит удар с левенькой. К сожалению, неудачно. А чего убийственный-то? Ну, в принципе, смотри. Давай еще раз разберем этот момент. Передача дошла. И у него, в принципе, ну, полностью свобода. Бей. Но по мячу не попал. По мячу с левенькой не попал. И момент исчерпан. Но это первый действительно опасный момент в этом матче. Матч продолжался, и вот самый опасный момент, наверное, не только в первом тайме, а и за всю игру. Не знаю, помнишь ты этот момент или нет, но вот сейчас, как я его описываю. Вбрасывается аут вот там вот от Синицына. Бабилов идеально открывается в зонку, с аута нет офсайдов, как мы знаем. Вбрасывается аут, Бабилов идеально оставляет мяч в игре, и я выбегаю на 11 метров. На второй темп выкатывает, и, к сожалению, я попадаю в защитника. Ты там потом еще 2 минуты нервничал, что ты его не забил. Ну, потому что вот здесь сейчас увидеть, ну вот, просто
Но момент забивай не хочу, как сегодня называется. Сегодня в отраде такие клал просто. Просто момент. Единственное, что я могу сказать в свое оправдание, это то, что мяч пошел вот такой скачущий, и мне немножко неудобно на скорости было подстроиться. Под... Я попал как смог, но при этом защитник заблокировал этот удар. И это мог быть уже 1-0 на первых минутах матча, но, к огромному сожалению, в свой момент я не реализовал. Что ты можешь сказать по вот первым пару моментам, первым минутам? Первые пару моментов я хочу сказать, что Хаджибей конкретно прижался, так скажем. Я не буду там сильно сквернословить. Да, первые 20-30 минут реально были за нами, объективно. Я с этим абсолютно соглашусь. Что доказано в очередном моменте, Артем Сапронов тут выбегал, но, к сожалению, защитник Хаджибея сыграл уверенно и опять-таки вратарь. Как неуверенно играл вратарь. Да, Валерчик вратарь ногами играет, как я руками на самом деле. Мы прессинговали этого вратаря весь матч. И из, наверное, его 10 пасов 8 были неточными. Вот один из них. Неудачная передача. Тут у нас кто, не вижу. Цветков. Серега Цветков подхватывает мяч. И вместо того, чтобы немножко как-то тут притормозить. И вот здесь я показываю рукой. Игорь Марков бегал один на левом фланге. Цветков выбирает удар. Удар попадает в защитника, и опять я показываю, вот я, вот здесь зона. Он немножко покрутился, повертелся, отдал передачу на Тему Сапронова, и Тема уже тут передачу отдать точную не смог. Опять-таки момент исчерпан. Хочется добавить еще, что Хаджибей очень много играл через вратаря, хотя они прекрасно знали, как он играет ногами, но мы, видимо, настолько их прессинговали, что у них другого выбора не было, и действительно очень много опасных моментов исходило из того, что мы просто хороший прессинг подрубали, у нас были силы, и мы действительно могли тут забить, ну, как минимум. Но вот, если мы вот сегодня устраиваем такую студию разбор игры, хочется сказать, что мы абсолютно не выполнили указания тренера, потому что наша задача была встречать, прессинговать на своей половине поля. Но мы, видимо, настолько были заряжены, что просто обо всем забыли и начали бежать, сломя голову. Но на этих эмоциях Хаджибей начал терять мяч. И вот очередной момент. Мяч у вратаря, неточная передача, и Денчик тут ты мог... поторопился, да, согласен. Мог забивать, если бы мяч на скорости попал тут хорошо в ножку. Я думаю, что... Беззаговорочно тут было бы 1-0. Хороший пасик длинный. Да, это вот здесь у нас вот мяч принимает Каракой, кстати, да, на самом деле. Да, с Поляковским отлично в стеночку сыграли. Смотрите, как обостряет, смотрите, какую подачу. Идет навес, да, но здесь никто не выбежал. И вот момент. Вот момент, на котором хочется сейчас сфокусировать внимание. Мы вернемся к этому. Опять-таки удары, все было заблокировано. И тут момент уже закончился. Но я хочу сфокусировать момент, сфокусировать внимание немножко на другом. Момент с Саней Поляковским. Опять-таки, Каракой дает эту подачку. И вот, Саня Поляковский выскакивает. И идет удар по ногам. А что это такое? И... А что рефери ВАР где? Идет удар по ногам. И тут, если в замедленном повторе посмотреть, то видно то, что первый был Саня на мяче. Посмотрите, и... защитник даже извиняется. Вот видишь? Оп. Защитник извиняется, и пенальти, к сожалению, не назначен. Потому что Саня у нас такой крупный чувак, да, боец. Пободаться любит, и ему пофиг. Он никогда не падает просто так, но в такой, особенно вещи, как медика, надо чувствовать этот момент. Надо немножко Неймарчика подрубить иногда. Чуть-чуть надо, и тут падай, потому что звук был слышен, защитник извинился, то есть он понимает, что он не прав. И это пенальти. Мяч на дальнем фланге, в этот раз на правом. Пас вратарю. И опять-таки вратарь с мячом. Вратарь с мячом долго думает, ищет все варианты перекрыты, но находит он свободного защитника. А вот уже защитник не знает, куда дать. Да, и Синицын перехватывает мяч. Играет очень остро. Я убираю, делаю, ну, как всегда, в принципе. Офигенный пас пяточкой. Синицын тут дальше сам прокидывает. Дает Димке глубокому, и тут, в принципе, Дима делал все правильно. Он увидел зоночку, увидел Синицын в нее, вбегал, но чуть-чуть слабее бы, и Синицын тут бы уже мяч догнал, да, и, возможно, прострел, пас, подачка в штрафную.
Ну и был бы опасный момент. Синисен расстроился и решил уйти с поля, уйти, брат. С поля сразу, да. Почему? Это пизда. Курить точно надо бросать. Это пизжу, пизжу и не бросаю, блядь. Опять угадайте, же да, угадайте, что будет дальше, ребят. Пас вратарю. Пас вратарю, и прессинг и потеря. Да, Дима глубокий. Хотел мне дать пас, но снова чуть-чуть переборщил. Плюс я был в офсайде. Да, к сожалению, тут был офсайд, но если бы офсайда не было, отскок и глубокий один перед мячом. Забивай, перебрасывай, обыгрывай, да, делай, что хочешь. Становись лучшим бомбардиром Black Sleeve. Да, но не судьба будет сейчас у другого человека. Ну, то есть, ребят, если вы думали, что мы преувеличиваем то, что мы жали Хаджибей... Нифигашеньки, нифига, ребят. Мы следующий играли, момент смотрим. Мы играли действительно очень неплохо. Тут пас, но при этом потеря и обратная потеря, знаете, вот так отдали мяч. Нет, не надо нам таких поблажек. Отдали мяч обратно, начинается атака. Тут да, у нас дай. Я подрубил скорость. Опять хороший подаю. Пас, и Сашка Поляковский тут да. Не очень подставился. На конечной фазе нам не хватало чуть-чуть вот этого последнего вот этого удара, потому что каждый раз нас то блокировали, то там ножку поставляли. Опять-таки поэтому... момент с левого фланга. Да. Прострел. И вот тут Поляковский. В принципе, задумка была хорошая. Он пяточкой катил. Пяточкой катил. Почти мяч выкатил. Дошел. Но слишком много защитников уже было на половине поля, точнее в штрафной зоне Хаджибея. Как-то так, ребяточки, первый тайм прошел для нашей команды. Как вы понимаете, ни одного мяча забить нам не удалось. Был отличный момент у меня, был отличный момент у... Что ты, что да ты и у меня был отличный момент, я мог в пустые там закатывать, хочу, не хочу. У глубокого были моменты. У многих были моменты... Пенальти был спорный. Да, мог быть пенальти. Саня Поляковский, выставь ножку. Не будь офсайда в том моменте. Но моментов было очень прилично. Но, к сожалению, в первом тайме дожать нам не удалось. Но, ребят, вы видите, видели наш заряд, видели нашу игру, которая стала намного лучше, чем была. Это факт. Ну а теперь давайте приближаться к моментам и провалам в нашей обороне. Переходим к моментам Хаджибея. Так, ребяточки, опять-таки хочется повториться, что... Да, приходится вот так вот смотреть сначала наши моменты, потом моменты Хаджибея. Сделаем так, ну, просто разбор. Моменты в атаке, моменты в обороне, сделаем выводы, и мы обязательно возьмем реванш. Чтобы не было такой фигни с камерами, чтобы уже было все заранее подготовлено. Чтобы мы думали только о футболе, а съемка там уже шла, и мы спокойно да. Были, что все снимется. Поэтому вы увидите матч против Хаджибея в нормальном состоянии, со счетом в верхнем углу, с хронологией моментов. Но сейчас такое время, как смогли, так и справляемся. Моменты Хаджибея полетели. Первый момент, вот там вот мяч опять-таки на дальнем фланге. С этой камеры немножко хуже был вид, к огромному сожалению. Был нанесен первый удар по воротам. Жора вытащил! И тут в пустые ворота нас реально простили. То есть... В плане остроты моментов у Хаджибея они были намного острее, но они были реже, ну раз в пять, наверное. Намного острее. Каждый там второй момент был стопроцентный. Мяч в центре поля. В подкате тут не удалось. И полностью свободный фланг. Пустой. Пустой фланг. Идет подача и Артем Сапронов. Артем Сапронов вернулся и головой еще выбил мяч. Артем Сапронов. Где вы такое видели? Который играет под нападающим. Который довольно часто в молодости выделялся своей ленью на поле. В молодости. Ну, ты понял, я имел в виду в детстве. Выделялся своей ленью в этом матче. Выгрызал все, что можно. Опускался чуть ли не на центрального защитника. Настолько он хотел выгрызти просто эту победу. Но это капитан, ребят. Вот это в этом матче действительно было видно, что он капитан нашей команды. Следующий момент. Смотрим левый фланг. Такая быстренькая разыгровочка. Есть отбор. Мяч. Вот тут вот
как остался мяч в вот игре. Тут, да, реально очень круто, просто очень круто. А вот здесь вот уже... Тут качнул. Да, здесь мяч уже вышел за пределы. Да. Но тут самое интересное, это вот насколько технично сохранили мяч в этом эпизоде. Ну вы посмотрите. Эпизоде. На тренировках такого, честно, нет. Сейчас что-то подрубились, пацанчики. Да, это было красиво. Но тут Олег, опять-таки, очень круто заблокировал и ничего не дал сделать нападающему команды в красном. Взглядом убил. Мяч у вратаря. Вот здесь вот еще, уже отсюда видно, началась очень быстрая контратака. Да, Три паса и побежал. Андрюшечка побежал. Ты всех знаешь, брат. Конечно. Здесь подача неудачная. Полуподача, да. Полуудар, это даже за момент вот, можно. Вот, да, что тут именно выделяется контратака, три паса и обрезали почти всю нашу команду. Мы это обязательно разберем с нашим тренером. Мы все эти моменты пересмотрим, перепьем. Ребяточки, не забываем, что спонсор нашей команды... Чтоб других не было. Да, спонсор нашей команды Пивасов, ссылочка в описании. Подписываемся на Инстаграм, а нам пиво. Так, смотрим этот момент. Тут Синицын дает неуверенную передачу. Лука. Денчик тоже отдает, в принципе, удобно. Но у Жоры что-то срезается мяч. Очень тут подвел Жора. Ну, слава богу, что мяч срезался так же, как... Не знаю, какая-то была арабская резаная, там турецкая, да, резаная. Да, просто. Жорик очень опытный игрок в игре ногами. Он играет ногами даже лучше некоторых полевых игроков. Но вот здесь вот, опять-таки, возможно, от атмосферы матча, от такого давления, немножечко ножки подкосились. Да, поле такое неудобное. Ну и, ребята, мы фокусируем ваше внимание на следующем моменте. Денчик, предоставляю слово в этом моменте тебе. Сейчас начинается все с отбора Хаджибея, прямо с их штрафной площади. Просто не глядя, защитник выбивает мяч. Борьба проиграна. Не очень удачный прием от атакующего игрока Хаджибея. И очень хороший пас, в свою очередь, по скорости почему-то проигрывает. Лука тут чуть-чуть не успел. И дальше, не прощают нас уже со второго 100% момента. Это форвард. К огромному сожалению, счет становится 0-1. Давайте еще раз пересмотрим этот момент. Здесь было плохо абсолютно все. Просто все. Начиная с выноса, верховая борьба проиграна. Здесь не удержали игрока. Светлый полностью потерял свою позицию центрального защитника. Защиты, кроме Луки, сзади нет. И вот здесь вот Лука обязан был быть первым на мяче. Просто обязан. Но он даже не навязал никакой борьбы. А обыгрыш вратаря и издевательский гол в наши этот ворота. Этот нападающий никого не прощает. Это просто наемник-убийца. Лучший бомбардир Хаджибея, я считаю. Ну, по-моему, да, так и есть. 1-0. Мы пересмотрим этот момент. И вот здесь вот как раз-таки мне пригодилось... Вторая камера, мы можем пересмотреть момент со второй камеры. Вот здесь убегает, и Лука мог первый сыграть, но нападающий опять-таки убегает, обыгрыш. Гол. И гол, да. Счет становится 1-0. Ну и после пропущенного мяча у Хаджибея было еще два просто убийственных момента. И если мы начинали первые там 20-30 минут, действительно мы доминировали в матче, концовку мы отдали настолько, что должны были пропускать 3. Давайте посмотрим первый момент. Мяч в центре, вроде перехват, но мяч доставляется до игрока. Как же нас тут простили? Опять простили, прямо над перекладиной просвистел. Слава богу, что он потерял равновесие. Хорошо. И у него просто не получился удар. Вот здесь вот Светлый немножко его подкосил, и удар просто над перекладиной. В кольцо куда-то целился, да, походу. В кольцо, туда, в те елочки. Домики, елочки, домики, туда соседям мяч отдать. И сразу же еще один момент. На правом фланге мяч, заброс над... вроде Даня тут играл, но это просто жесть тут. И тут опять на дальний.
штангу просто долбят. И смотрите, что тут происходит. Чувак качает и рабоны, рабоны. Уже вообще страх потеряли, издеваются просто. Это просто жесть. Посмотрим еще раз. Да, давайте еще раз. Вот здесь вот Даня, я не помню, вроде Даня это. Даня убежали игрока. Спокойно. Прострел идеальный. И удар такой же идеальный. В угол. Но мяч попадает в штангу. Тут замах. Лука упал. Луку на замахе убрали. И удар рабоной. Хорошо, хорошо, что попал во вратаря. Да, очень Жорик умница. Занял. Жорик умница. И на вот таком вот пижонском моменте заканчивается первый тайм. Давай в двух словах о первом тайме. В двух словах. Начало. Я пью. Конец меня жирный дед. В принципе, больше не. Это опять можно черным экраном накладывать, потому что... Ну, короче, да, я согласен, мы доминировали, как я сказал, 30 минут где-то, и концовку отдали настолько, что реально могли пропускать 3. Но счет такой, какой и, ну, можно сказать, должен был быть. 1-0. По факту. По остроте моментов лучше Хаджибей, по количеству больше у нас. 1-0 в пользу Хаджибея. Скоро мы перенесемся в эпизоды второго тайма. Пишите в комментарии, как вы думаете, как матч закончится, а мы вас оставляем наедине с нашими эмоциями в раздевалочке. Sorry. Я не наступила. Блять, первые 20 минут, пиздец, просто на чисто все 40. Пацаны, пацаны, тренер скажет, потом будем готовить. У меня лицо. Сзади, сзади, как и начинали, выходим. Справа, Дима опустится направо. Серый с Димом. Да, Польником, с Фариком вместе. Ну и в один нападающий. Можно я посижу? Не вопрос, хорошо. Выйдешь, ну, выйдешь, что там на замену. Да. Вот. В центр. А? В центр. Нет, впереди. Линия направо. Если вас это справа, то слава это впереди пробуешь. И опять в конце, первые 20 минут хорошо играли. Ну, понравилось мне все практически. Нормально играли, с преимуществом играли. Потом рассыпались чуть-чуть. Начали борьбу проигрывать. Опять, Лука, ну блин, ну... Ну, пиздец, вообще никакой злости нет, не смотри. Просто пиздец. Вообще, когда понимали борьбу, ничего страшного. Можно нахуй свои ебаные футболки нахуй ставить и все, блядь? Ты, блядь, у тебя габариты, ты чувствуешь, что на тебя убегает. Ты дурни его, сука, за футболку уже, хуй с ним, блядь. Спасы, блядь, да? Да, да. Тихо, 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 тихо. И больницы еще раз, но ничего не случится. Я за футболом, нахуй, ты же очень надо сыграть в этом. Здесь все согласен, да и мы не выигрываем. Саня, тоже, смотри, не теряйте позиции. Глубокий, блин, отличная тегапус. Вот, супер, отвечаю. Все понравилось. И, пацаны, смотрите, еще мы договаривались, встречаем на своей. Ладно, если там, когда, блин, чуть-чуть отобрали, мы там, допустим, в атаке, то можно накрыть. А так садимся. Мы делаем разрывы такие, блин, начинаем вот это вот бегать за ними на их половине, блядь. Они дают, блин, и выходят в 4 в 3, блин. Не надо этого. Смотрите по позициям. Валик один, да, согласен, было тяжело. Тоже чуть-чуть компактнее, к защите ближе. Так все в порядке. Дэмон Кириш открывался в недодачу тоже. Выбилов здорово. Сзади побольше смотрите. Или длину. Сейчас по ветру будете играть, кстати. Пробуйте бить. По защите тоже, пацаны, чуть-чуть. Ну там светлый было, потом здорово все. Все, что передержал. Олежка тоже. Давайте в края. Чуть-чуть шире, чуть-чуть шире. Давай ширину, чтобы им было пространство. Чуть Валик здорово отцепался, так, в принципе, все остальное. Нормально. Давайте, давайте соберемся быстрее чуть-чуть. Надо заигрывать, блядь. Нам этот матч тоже намного больше, чем это. Для них это просто давай для нас это вызов. Я чуть, сука, разозлить. Дело не вызови, мы сильнее, а возьмем команду, блядь. Давай. Ну что, пацаны? Вы увидели то, что происходило в раздевалке, атмосфера и заряд у нас просто нереальный. Вы видели этот психоз Светлого. Я сидел на том месте, где он просто херачил эту скамейку, и я на секунду даже подпрыгнул там. Я подпрыгнул от того, что меня могли выгнать с ХДЖБ, если бы так скамейка пострадала, извиняюсь, Светлый, поаккуратнее в следующий раз. Ну короче, пацаны, мы заряженные, выходим на второй тайм, и не затягивая, переходим к эпизодам второго тайма. Второй тайм мы начинаем с моментов Хаджибея. Здесь немножко изменим. Начинаем с моментов Хаджибея, а потом перейдем к моментам нашим.
Первый момент у Хаджибея. Поехали. Мяч на дальнем фланге. Мяч на дальнем фланге. Пас-центр. Тут упал игрок. Все упали. Мяч остается вроде как у игроков Хаджибея. Непонятно. И вот здесь вот штрафной удар. Штрафной удар — очень опасная точка. Если исполнители там есть, поверьте мне. Да, тут просто сумасшедший штрафной удар назначается. И очень долго готовятся к исполнению игроки Хаджибея. Мы думали, они там задумают просто что-то невероятное. В итоге идет все-таки разбег и нанесен просто прямой удар. Поворотом, да, мяч попадает в стенку. Как хорошо, что я сидел на лавочке, потому что меня бы прилетело, я 100%. Давай, что происходит дальше? Аут. Аут вбрасывается вот здесь вот. Какой-то просто друг в друга, да, попадают пацаны, просто... Ну и назначается угловой удар, тут все не поняли друг друга, вынос, кто там, Олег вроде в Цветкова вынес, и назначается угловой удар, на котором хотелось бы сфокусировать ваше внимание. Подает тот нападающий, который забил нам первый гол. Например. Жора играет тут руками хорошо, и Дима Глубокий неудачно играет головой. Это что такое, блядь? Это не Смакула смонтировал. Можно еще раз пересмотреть с другого ракурса. Где физика, ёпта? Это просто жесть. И тут можно видеть, что... Я просто охерел и рухнул на газон. Вот здесь вот увеличу себя. Я был в шоке. Как такое залетает? Давайте посмотрим немножко с другого повтора. Тут плохо видно, но траекторию видно даже на этом повторе. Что это такое? Что это такое? Вот здесь вот идет навес и... Ну как это влетает? На тренировках когда так... Я ударю когда так? Там уже заводы все разрушаются, в которые я ударил. За забор, до свидания. Что это, базар-вокзал произошел? Просто какой-то. Паутину снимает тот же нападающий, который обыграл всех в первом тайме, а во втором ложит девятку. Пацаны, выносим контракт? Там уже Ника, там уже он слишком хорош для нашего клуба. Я согласен. Пацаны, ну и счет становится 2-0. Самое начало тайма. Мы вышли заряженные, просто горели глаза, и вот так вот нас просто обрезают этим моментом. Но матч продолжался, и мы не опустили руки, но при этом сейчас продолжаем разбирать моменты Хаджибея. Ошибки в нашей обороне и так далее. Следующий момент, и здесь вот опять Жора. Насколько уверенно вот он Жора играет. Жора тут, конечно, такую валидольную. И а вот здесь начал Синицын, крутить, да, свои это вот ужас. Эти... Это ужас, мансы. И... Вот тут как раз таки, мы сейчас вернемся к этому моменту, тоже мог быть назначен пенальти. Момент не закончен, и вот здесь вот в итоге нашел момент для удара. А нет, это я уже ошибся. Удара не было, спасибо нашей обороне, здесь они очень уверенно сыграли. Забегание по правому флангу, очень опасная подача дугой. И опять же тут чуть-чуть такая борьба происходит. Снова замахи, снова и удар. Цветков тут отлично заблокировал мяч. Очень круто. Но при этом момент не закончился. Мяч доходит до правого атакующего игрока. Идет навес, и Жора... На выходе уверенно. Вроде уверенно, вроде не уверенно. Два раза, да, неважно. Но при этом мяч остался. Плюс один сейв. Мяч остался у Жоры. Георгий легенда. Штрафной. Вот здесь вот у нас очень опасный назначается. Борьба у нас головой, в принципе, играет не очень, но Синицын тут играет. И Санечка, мне очень сильно солнце светило в глаза. Это вот именно где мяч был, тупо хреначило солнце, и мяча было не видно. При этом игрок Хаджибея сыграл на мяче первый. Снова подачка. Смог что дать такое? Подачку, но не точно, и мне здесь очень повезло. Очередной опаснейший момент на правом фланге. На правом фланге их... Ай, какую хитрую да, хотел дать. Да. Это был очень опасный полунавес, полуудар, полурак, полух... Не, то, ну, что, ну да. это был удар, видно, да, ну... Подсечечкой такой, хитрая. И это могло в самую девятку залететь. Но нам тут повезло. Очередной момент. Вот отличная тут опять... Отличная передача. Вырезал очень Но хорошо. Но где наша защита? Снова этот человек один и тот же получает. Шестой раз мяч.
И опять ничем заканчивается момент. Но при этом мяч остается у Хаджибея. Снова и вновь он. На том же фланге. И вновь навес. И вновь навес. И вот тут вот... Слава богу, то, что удар тупо не получается. Даня тут как-то пассивно отыграл, мог намного жестче с этим человеком. Да, потеряли игрока на правом фланге, потеряли игрока на левом фланге, но, слава богу, момент ничем не закончился. Ну и, ребят, последний момент Хаджибея в этом тайме, на котором мы сфокусируем свое внимание. Да, в этом матче, действительно, опять провал на том же для нас левом фланге. И снова вот этот недоудар, недопас срезался, как у меня да, тогда в первом да, тайме. Да, это очень похоже на твой момент, только тут не вратарь отдавал пас, а вратарь просто был не в воротах. Да, да, да. И хотел поймать, но Жора умный вратарь, и, конечно, он такое не пропустит. На этом моменты Хаджибея закончились, и мы переходим к очень важным моментам Блэкслива, самым важным. Ну, давай в двух словах. Всю игру атаки Хаджибея мы посмотрели. Что можешь сказать, как игрок, который играл за Хаджибей, который тренируется с этими ребятами? Что ты можешь сказать по их моментам в атаке за весь матч? Я могу сказать, что ребята транжиры, конечно. Ну, гол такой шаровый залетел, что, в принципе, я не удивлен, что они такие 100% моменты другие не забили. Потому что, ну, судьба судьбинушка какая должна быть, справедливость, не знаю. И атаки абсолютно однотипные. Передача в правый фланг, подачка, что-то опасное, что-то крутится. Но у Хаджибея в этом тайме тоже, в принципе, пошла игра. И мне кажется, игра была полностью равна именно во втором тайме. Если в первом было, типа, у нас начало тайма, за ними конец, да, то тут да. Абсолютно равная игра была. Но из-за того, что вы видите этот матч не в хронологии, сейчас мы попытаемся... перенестись в, опять-таки, в начало тайма и посмотреть абсолютно все наши моменты. Это будет круто. Это будет очень круто. Поехали. Первый момент возникает с того, что мы опять начали прессинговать и еще раз прессинговать. Саня, смотрите, как носится. Я видел там, да, сборки, я, смотрел. Я носился просто. Жесть, и Бабилов тут умница. Сохранил, отдал. Мяч в игре Цветков. Наносил этот удар. Коварный наносил этот удар. Вдруг такая же 9 залетела, как и залетела у игроков Хаджибея, но мяч прошел немножечко выше. Мы продолжали носиться. Было очень много стыков. Вы сейчас увидите у себя на экране пару стыков. И должны понимать, что заряд на этот матч был на запредельном уровне. Как и следующий момент. Вот здесь вот хорошая передача на Диму Глубокого. Глубокий отлично убирает и идеально пасует. Вот я, вот пустые ворота. Дима хорошенькую передачку отдавал, но вот здесь уже вратарь сыграл. Вратарская школа Хаджибея, извиняюсь. Здесь вратарь сыграл отлично. У меня на секундочку уже в голове был этот гол, но все оборвал для меня этот вратарь. Этот вратарь. Следующий момент. Опять Светлый подключается. Светлый очень много в этом тайме подключался. Да. Бабилов хочет... убирает мяч. Хочет себя под удар подработать, но штрафной заработал. Штрафной удар теперь уже в нашу пользу такой же убийственный. С ближайшей просто позиции, там сколько, ну метров 20, попадай, и это 2-1, сокращая отставание. Как вы думаете, попали ли мы? Сейчас увидим. Ну и хочется еще уточнить то, что ты сказал про то, что Светлый подключался больше в атаку. Да, потому что его сместили на опорника уже в этом эпизоде. Олег и Цветков играли центральных защитников, а вот Светлый пошел на опорного. И мы переходим к нашему штрафному. И вот он штрафной, и абсолютно все наши игроки, тренер, болельщики, которые знают уже нашу команду, операторы, все были на... я не знаю, на 199% уверены, что этот удар нанесет наш, ну, просто гений лонгшотов Артем Сапронов, который умеет забивать такое. Но, непонятно почему, случилось следующее. Давайте увидим. Бьет наш мистер Перекладина. Мистер Перекладина. Пролетела просто такая пулька, ПВО реально. Да, и даже в Перекладину свою любимую не попал Серега Цветков. Мы не знаем, почему он бил. Ну,
Сапронов объяснил это тем, что правый угол был полностью свободен, и он доверил этот удар Сереге, который это доверие не оправдал. Сереге надо бить с полукруга минимум. Ну, то есть, как мне раньше, тоже, блядь, так заряжена там эта пушка, что ближе нельзя подходить, иначе там убьет. Игорь Марков здесь хорошую передачу отдает в центр, Светлый. Светлый снова, смотри, забросит, что он влезает. Ой, тут, вот тут этот момент глубокому очень больно дали по голове. Мы даже пропустили то, что было добивание. Можно было тут в лед. Артем Сапронов мог попасть. У него есть такой удар, но давайте больше сфокусируем внимание на том, как Диме дали кулаком по голове тут. Да, чуть-чуть прилетела, да, такая касательно. Неприятно по уху, но Димка очень быстро поднялся. И... гимнастикой позанимался. Да, гимнастикой позанимался. И наши моменты продолжались. Что происходит дальше? Как я сказал, Светлый сместился на опорника. И, видимо, не просто так. Смотрим следующий момент. Есть передача, и Светлый, выгрызает мяч, убирает под себя, как в том футзальчике. Дает передачку! Ну, Дима глубокий, ну он такой не прощает. И между попал. Дима глубокий! Просто соска. Делает счет 2-1. Димка просто красавец. Как я и говорил, в этом матче ты отыграл просто гениально. И это отразилось даже на табло. Дима забивает свой гол и догоняет тебя потихонечку. Не догонит, один, ребята, гол не у вас, один гол у вас отставание. Два. Он считает серию пенальти. Ребята, напишите, считается гол серии пенальти как отдельный гол? Или не это, это смешно? Не считается, брат. Почему? Тогда у него 4 гола, а не 5. Он себе зачитал гол с пенальти. А, он не забивал этому. Нет, юниору не забивал. Только мы с тобой забили. Димка, отдыхай. Дима, отдыхай, проспись там. Но гол есть, пацаны, гол есть. Гол говном не пахнет. Да, гол говном не пахнет, пацаны, это 2-1. У нас была куча моментов. И следующий возникает уже через несколько минут. Передача на левый фланг. Здесь вот Димка Бабилов. Хорошая подача, не доходит, к сожалению. Поляковский догоняет. И оставляет мяч в игре. На второй темп Синицын. Очень здоровская подача. Как же тут опасно было, если бы Бабилов вставил голову. К огромному сожалению. Тут момент просто в замедленном повторе. Я для зрителей сейчас покажу. Подача. И ну вот здесь просто. Ну момент, ну кажется. Чуть-чуть обогнал мяч, да, можно сказать. Да, не рассчитал, да, траекторию, но ничего. Но Дима Бабилов в этом матче был, наверное, ну чуть ли не самым таким опасным. Куча моментов благодаря остроты его действиям. Остроты много дал, много объема. Очень много остроты. Слава богу, что именно этот человек выиграл в нашем розыгрыше, и он действительно нам помог. Вспомните только первый момент, где я мог забивать. И еще увидите моменты Димы. Дима просто красавец. И, ребята, если вы хотели бы видеть Диму Бабилова в нашей команде, обязательно напишите об этом в комментариях, мы почитаем и подумаем, возможно, Дима присоединится к нашей команде. У меня теперь будет вокруг меня два Димы таких же нападающих. Что мне делать, ребят? Мне уже страшно, если честно. Но мы передвигаемся к следующим эпизодам. Денис пару как замечал, прибежался. Хорошая передача, Денчик, тут ты. Тут ты, легенда. Что же он вырезал? Что он делает? Опять же, Бабилов принимает мяч не очень удачно, скатывает на второй темп. Светлый принимает, качает, качает еще раз, отдает пас Бабилову. Бабилов смотрит, смотрит, что там можно выдумать, подает от простого. И там на дальний постраховал, я бы там уже добегал, да, а там уже, да, не знаю, что бы было. Тут моментов, то есть опять-таки, видите, контроль мяча за нами, мы не боимся. Есть моменты, и это самое главное. Снова выбегаем в контратаку, Сапронов очень быстро развивает эту атаку. Сам на своих действиях удар и... Бабилов! Бабилов тут чуть-чуть больше под ножку даешь, что ж ты, брат? Дима Бабилов. Да. Момент, ну 95%, можно сказать. Удар Сапронова. Не смог от земли зафиксировать мяч вратарь и... наколол и... ну, просто попасть. Просто вот мимо дать, ну, не повезло, не повезло. Димка мог сейчас вырывать для нас ничью. И просто, ну, вы видите, как мы заряжены на эту игру, сколько мы остроты.
Ноги, кстати, подсаживались уже пацанов, потому что поле реально огромное. Тут да, Дима здесь глубокий. Удар Дима наносил. Очень такой тоже острый, ну в стиле Цветкова. Да, ну, два похожих момента. И, к огромному сожалению, это был последний момент в этой игре. Ты что, не вставил фол мой в конце, когда начал бомбить? Ты это, почему не вставил? Брат, это можно отдельно вставить. Да тут же фол! Да сука, блядь! Я такие моменты могу сейчас в концовочке повставлять эксклюзивчиком. Но, ребяточки, к огромному сожалению, на этом все. Да, может, это получилось не так эмоционально, как вы ждали. Может быть... Не так типично. Вы привыкли смотреть в хронологии, но мы решили такую вот немножко... Вы привыкли смотреть матч, а не на нас с Денчиком. Да, у нас новые форматы, мы чуть-чуть экспериментируем, потому что старым уже никого не удивлюсь. Сегодня мы превратились в таких... Подкастчиков. Подкастчиков, да. Таких блогеров, которые любят общаться со своим зрителем, делать всякие обзоры. Но сегодня у нас не обзор на какие-то там беременные в 16. Да, да или не может... То. Там, не тот формат. Да, не тот меняю формат. Меняю жинку. Сегодня у нас матч против Хаджибея, который подошел к своему логическому завершению. К огромному сожалению, мы терпим поражение 2-1, но... Это ни в коем случае не... Не значит, что мы каждый матч проебали, кроме матча с отбором. Но это не суть. Сейчас тут будет скриншот все результаты. Ну знаешь, что интересно? Мы все матчи проиграли в один мяч. Ну вот кроме юниора. Ну юниор так. Юниор ничья. Ну не выиграли, короче. То есть все поражения у нас были в один мяч. Ноль на счету, ноль побед. В смысле? Ну отбор... Да, да, согласен. 6-2. Ребят, ну то есть, как это описывать, я не знаю. Потому что, ну видно, мы вышли на матч против людей, которые регулярно, каждую неделю тренируются друг с другом, знают друг друга. У них есть тактика, у них есть тренер, который уже долго их тренировал. Причем прекрасный тренер. Лучший мой тренер, ну действительно, за всю мою карьеру детскую. Лучший мой тренер. У них обалденные игроки. Они на этом поле постоянно тренируются. И мы вышли, ну и играли как минимум не хуже, а в многих моментах даже лучше. Даже лучше. И Black Sleep, вот эта командочка, ребят, еще выйдет на поле. Выйдет в Лигу Чемпионов с этой командочкой. Это 100%. Пацаны, как-то так. Извиняйте нас за то, что так получилось. Мы в этом... Не виноваты. Выбачьте, хлопцы, мы выправдываем на себе ще. Мы старались сделать этот выпуск для вас качественным, интересным. Надеюсь, вам было интересно находиться в этой виртуальной студии вместе с нами. Было много моментов, было много экшена, назовем это так, крутых поворотов, обалденных голов. Реально обалденных голов, причем не от нас. Да. Был шанс на камбэк. Было поздравление с твоим днем рождения, братик. Я еще раз от себя в этом выпуске хочу тебя поздравить. Чувак уже совершеннолетний, ребята. Ладно, не буду доставать за кадр. Не надо, не надо. Поэтому вы увидели первую тренировку, вы поближе познакомились с тренером. У нас было усиление, новые игроки. В общем, выпуск получился очень насыщенный. Ребят, говорю от себя, напишите в комментариях, как вам такой формат. Мне кажется, видео получится таким длинным, очень объемным. Пишите какие-то свои идеи, что вам больше нравится. Может, вам что-то из прошлого больше понравилось, что мы забыли еще вставить. На этом все. Мы готовимся к следующим матчам. Уже тренировка это будет. Это не одна тренировка была. Конечно, у нас дальше конечно. Продолжается цикл. Мы начинаем подготовку, ребяточки. Я напоминаю, вы должны набрать под этим выпуском 250 лайков. 250, ребят, вы можете. Мы набирали по 400 лайков на наших первых матчах. И я надеюсь, что наша аудитория самая лучшая. Вы наберете просто с легкостью, а то и перенаберете. Пацаны, мы будем готовиться к следующей игре. В принципе, нечего добавить. Можем я думаю, да, пацаны, еще раз большое спасибо. Денчик, тебе большое спасибо, это было классно. Что там? Давай, брат. Да, ребят, на... Давай, брат. Давай еще раз. Давай, брат.
как учили. Забыл. Нет, стой. Давай, да-да-да, правильно. Стой. Давай. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы на вас рассчитываем, вы рассчитываете на нас, мы дарим для вас контент. Black Sleep — это семья. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! И еще хочется сказать, что на таких эмоциях от поражения было очень грустно. Реально грустно, что мы даже не сняли концовку. Поэтому концовочку мы оставляем для вас здесь. И я надеюсь, опять-таки, вы на нас зла не держите. Еще раз большое спасибо. Оставайтесь с нами. Я побежал домой. Все, ребят, всем пока. Дай батёк.